Мы начинаем. Самый короткий световой день в году в Бийске ознаменован сменой политической эпохи. Глава города Лидия Громогласова официально сложила полномочия. Это событие произошло сегодня на очередном заседании городской думы. Если хотите, чтобы вас уважали люди, научитесь уважать друг друга и слышать друг друга. Это очень важно. Мне довелось работать со всеми главами, и каждому из них соответствовало свое время. Как говорил Ильин, не сетуйте на то время, в котором живете. Значит, вы пришли в него для того, чтобы сделать жизнь лучше. Отметим, что Лидия Громогласова к началу 2000-х годов прошла путь от экономиста до замначальника финансового управления администрации и комитета по управлению муниципальным имуществом. Большая политическая карьера Громогласовой началась в 2004 году, когда пост первого заместителя главы города покинул Николай Нонко. Исполнять его обязанности поручили Лидии Афанасьевне. В 2008 году она заявилась на выборы в местную думу и несколько созывов возглавляла депутатский корпус. На очередных выборах Громогласова проиграла и не попала в городскую думу. Добавим, что в этом году закончилась ее карьера не только как народного избранника, но и как городского руководителя и лидера местного отделения партии «Единая Россия».